Добрый день. В гостях Сергей Вячеславович Савельев, доктор биологических наук. Здравствуйте. Здравствуйте. Большое вам спасибо, что вы пришли к нам. И отдельное, наверное, спасибо за ту популяризацию науки, которую вы ведете, скажем, которая носит честный характер. Потому что это, как я, в общем-то, сам убеждаюсь, читая многие вещи, редкий случай в последнее время. Ну, потому что популяризация науки, это в основном, это бизнес. Это или интернет-бизнес, где перепродают чужие сведения, не очень разбираясь, какие они о чем, лишь бы пошумнее, по скандали. И либо это пытаются популяризировать какие-то свои идеи, зачастую крайне сомнительные, которые тоже, в конце концов, являются бизнесом. Ну, типа там таблетки для продления жизни Нет, и прочее, прочее. Я вот как раз сейчас одну такую новость возьму, которую я из интернета взял. И в ней говорится о том, что китайские ученые создадут самый мощный в мире магнитно резонансный томограф. Вкладывают они в это дело 150 миллионов долларов. И заниматься этим будет Шиндзянский институт передовых технологий. По сути, ведь это ровно то, о чем вы рассказывали на протяжении, ну не знаю, лет, наверное, пяти точно. Вот насколько я это слежу, лет ну, пяти последних. Порядка десяти лет. Дело в том, что история имеет такие ножки. Значит, десять лет назад, когда еще первого издания вот этой книжки «Изменчивость и гениальность» еще не было, она была написана в виде проекта. 10 лет назад я стучался в разные двери в этой стране, в своей любимой родной, как настоящий патриот. Но тогда патриотизм был не в моде, поэтому мой стук оказался бесполезен. То есть идея была такая, чтобы не публиковать никаких книжек. Об изменчивости гениальности, которая чему посвящена очень простой вещи структурным основам гениальности и одаренности. То есть, как при жизни не с помощью псевдопсихологических ужим, ужимок и прыжков по каким-то параметрам, таким субъективным, отбирать талантливых и гениальных детей, а отбирать их по структуре мозга, значит, это никому не понадобилось. В результате у нас за это время были созданы всякие центры развития молодежи типа Сириуса и прочее-прочее, которые были создавались еще в начале XX века. Они, как как современные, так и из той эпохи, э, такие центры ничего не дадут. Это уже пройденный путь, который закончился полным позором и фиаско. То есть я предложил использовать морфологические, то есть структурные, которые нельзя изменить, угу. критерии для оценки мозга и проведения соответствующего анализа человека по структурным особенностям, которые лежат в основе уникальных способностей человеческого мозга. К сожалению, это не нашло никакой поддержки, и власть имущие скорее испугались, потому что они сказали, ну а как же наши дети? Если Прямо в им... 80-х годах. Нет, Нет, это не 80-х. Это, это около 10, 10 лет. Все все. Нет, это как, 10, как, Когда 10 они 10 лет... уже научились детям по наследству передавать все А когда так? они уже настолько да. научились, что если сейчас отправить специалистов, мы решим, я думаю, бюджетные проблемы лет на 10 вперед. Да, я знаю. Об этом много кто говорит. Кстати. Да, но единственное, придется закупить вагон с паяльниками, которые есть специалисты, куда его заправлять. Вот. Вот с этим, к сожалению, у нас все хорошо, то есть у нас есть перспектива решения бюджетных угу. проблем, если заняться этими ребятами, которые с 90-х годов вытаскивают деньги. Ну так вот, эти же ребята, собственно говоря, остановили этот проект, они сказали, ну как же, вот мы сунем голову в ваши приборы, вдруг выяснится, что мы некомпетентны. То есть мы давно, занимая свои высочайшие должности, привыкли уровень, превысили уровень некомпетентности свой. А тем более наши дети, которые уехали на Запад, там им дали липовые дипломы. Булонская конвенция для этого, для того, чтобы признали на Западе липовые дипломы, купленные здесь их детей. То есть, чтобы они были там дипломированными миллиардерами, а не просто какими-то гражданами. Вот эти же самые ребята сказали, ну а зачем нам это все нужно? когда будет объективный способ оценки человеческих способностей. Это и мы можем оказаться непригодными. Да и дети наши же окажутся не очень. Вы чего? Это, конечно, нельзя делать. Это все было заблокировано и привело к тому, что книжка «Изменчивость и гениальность» это 8 лет назад вышла в печать. Результат. Первая большая часть первого тиража ушла, догадайтесь, в какие страны. В США, в Германию, в Японию и в Китай. И в Китай все. Потому что Китай на науку делает последние лет 20 большой упор. У меня целая лекция была по науке в Китае. Они, во-первых, денег не жалеют. Во-вторых, -во они делают то, что делали, в общем-то, все страны за последние, наверное, лет 150. Они очень внимательно следят за тем, что происходит Конечно. в научной среде других Конечно. стран. У меня такой был простой пример, что я все время просто привожу. В Сименсе а где-то в 30-х годах 3000 специалистов занимались только тем, что отслеживали патентную деятельность других стран, разрабатывая фальш-патенты, накладывая их на некие отрасли, регулируя таким образом всю отрасль электротехники, Правильно. закрывая что-то, да, если они фальш-патентом перекраждают это использование, или направляя в определенную область. Это целая сфера деятельности. Да, ну вот в Китае это ушло. И из-за того, что я не нашел поддержки, соответственно, этому проекту в этой стране, и мы предпочитаем не отбирать талантливых, а гениальных, а делать вид, что мы их отслеживаем и воспитываем, значит, естественно, у нас это все не пошло, да и не пойдет ни в какой ситуации. У китайцев, китайцы более прагматичные. Они при руководстве страны ЦК Компартии, они обладают возможностью направлять ресурсы не туда, куда подскажут тебе направить их за откаты, а туда, куда, собственно говоря, нужно для страны. И это был ожидаемый результат, когда я полтора года назад, чуть побольше, почитал переводы я, к сожалению, китайским не владею, почитал переводы съезда КПК Коммунистической партии Китая. Там просто программа по мозгу вот является, является копией основных глав таких смысле, смысловых ага. из этой книги. То есть это практически то же самое. То есть они совершенно правильно взяли, поняли. Я для этого книжку и писал. Когда я понял, что родине помочь не смогу, что Родина во мне не нуждается, вот я опубликовал книги в расчет, что где-то в какой-то из стран, где есть более-менее вменяемые люди, они возьмутся за это дело, это сделают. Или частные лица. Ну, вот китайцы оказались первыми, что ожидаемо было уже сразу после того знаменитого съезда КПК, и бы стало ясно, что они выделяют деньги, и что в подложке у них более того есть не только создание томографа, а создание вот именно этого проекта реализации угу. и анализа коры подкорковых структур, просто в слово в слово. Я поздравляю китайцев, молодцы, потому что тот, кто научится отбирать гении сегодня, тот будет управлять миром завтра.